20 мая 2014 года около 10 часов 25 минут по площади 1 мая со стороны улицы Сумской в направлении улицы Чернышевского двигался трамвай под управлением водителя женщины 1954 года рождения, которая в районе дома номер 128 по улице Сумской допустила наезд на пешехода, мужчину, который впоследствии был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.